Ваня, что? Вот эта снасть, на которую мы ловили. Понял. Сергей Юрьевич, да? Ловит снасть? Ловит. Ловит. Все, будем снасть пробовать. Ловит. Смотри, это как убийца карася, только с одной пружиной. Да, и зачетно. И один крючок, как положено. И один крючок, как положено. Это снасть, это снасть запрет. Понял. Все, будем сейчас рыбачить. Доброе утро. Ну что, ночь прошла, ночь холодная. Ну ничего, выдержали. Вообще ничего не клевало до 2 часов ночи. Потом в 2 часа ночи решили бросить прямо под ноги. Буквально 5 метров от берега. А почему? Потому что здесь у нас получается сразу бровка идет. Сразу обрывчик. Прикормили с руки. Вроде начало клевать. А потом опять затихло. Пока включил, совершенно перестало. Не, сейчас будет клевать. Я же тебе говорил, что будет клевать. Наш попробовал, там черный червяк. Аж вкусно. А где рыба? Да ты говоришь, ровно идет. Но это же не инспекция, нет. Тихо, 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 тихо. Поводок. Поводок тоненький. 0,16 поводок. Дай бы. Зацепилась и сошла, ну. Удар такой под берегом и ушел. Ну. Не хочет она фотографироваться. Ну, я вижу, что она не хочет фотографироваться. Только камеру выключаю, она начинает клевать. Только включаешь. Только включил, она перестала. Никак не хочет фотографироваться. Ну, наконец-то. Здравствуй, Эйс. Да. Здравствуй, карасик. Ну, вот с этой стороны еще люди есть. Вот там вот машина какая-то вот стоит. Вон. А на той стороне вообще пусто. Запрет. Самое главное вот эту бровку перейти. Я уже там столько. Я там столько карасей уже потерял. Иди сюда, дорогой. О, красавчик. Вот это вот грунтозацеп, который я показывал. И при натяжке он уходит в грунт и прицепляется и держит дно. Как работает этот грунтозацеп? Забрасываем. Вот дно. А теперь веду его. О, цепануло. Все.
Кстати, поставил этот грунтозацеп, и ее перестало сносить. Горит, кстати, она уже не отстреливает, как раньше. Ну что, будем заканчивать рыбалку. Мы норму, которая положена, взяли, а больше не надо. Надо уважать рыбу, пусть не рестится. Мы удовольствие получили, и слава богу. Сейчас покажу, что поймали. Что поймали, что поймал. Вот он улов, штук 13-14 карасиков. Все, друзья, все, будьте здоровы, ни хвоста, ни чешуи. Заходите в гости, гостям всегда рады. До новых встреч!